Так, записываю второй раз, уже пытаюсь записать. Значит, первый раз было что? Здравствуйте. Еще раз. Событие вот это. Я начал проходить вот эту вот веху. Значит, и играл. На таймере я поставил, как и сейчас. 6 чем-то минут прошло, и у меня игра просто наглухо зависла. Остановила запись бандикама, меня не выкинуло никуда, но процесс не отвечал, пришлось его снять. И я вот сейчас запустил игру. Я сейчас вехи трогать вот эти остаточки не буду, потому что там был какой-то лаг. Я беру Мазду и пробую проходить гонки. То есть дело... Сколько? Чего? 8 штук. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ой-ой-ой. 13 километров. Поехали. Пофиг, сейчас что-нибудь попрохожу. Мне важно узнать, не будет ли выкидывать так же из гонок. Не выкинет ли меня внезапно. Если выкинет, я тогда буду проходить этого... Ну, все вот это вот. Сам уже в офлайне. Как скажем так, пусть будет 3 круга. В офлайне сам прохожу. Блять, как знал, что задену. И знал, что делать, чтобы не задеть, но не сделал. О, заметьте. Дешевый, беспонтовый Volkswagen. Не-не-не-не-не, туда я на Мазде не поеду. Для нее это просто катастрофическая штука. А 100% будет подлет, переворот. Все, вот эти вот пируэты, там она будет мутить свои. Блин, я вообще что-то эту... А, ну да, сегодня 17-е, сегодня четверг. Тоже, естественно, после работы пишу. Вот попытка номер 2, все, пытаюсь. У меня корявый Most Wanted, тут не такой хороший перевод. Никакой русской озвучки. Такая версия, можно сказать, практически как Underground у меня. Он на болванке записанный. Most Wanted. Ничего я не качал с интернета. Принципиально. Вот, я думаю, вот эти вот баги-лаги вызывает либо программа, либо версия. Может, как-то она... Ой. 3 круга, еще 2 круга надо накатывать. Ну, тут неинтересно кругами ездить. Это не те гонки. Также не едем. Выжмем тут ее. Ну, я знаю, что они по стеночкам заходят. Ну, ничего. Я доберусь до игрушек, где по стенам заходить не надо. Где нормальные гонки. Где это просто будет фатальным. Первая и последняя ошибка просто. Они все равно как-то почему-то заходят. Не знаю, с чем это связано. Еду я нормально, но боты... А, ну вон, видно было по стрелочке, по зелененькой вот этой бота, что он она прямо вошла, как бы ударилась в стенку.
и поехала дальше. То есть я вам говорю, я еще и, скорее всего, хуже делаю, что захожу по-человечьи. Вот так вот. В общем, как положено, заходишь. Поворота, и этим я себе только порчу время. Тут приветствуется заходить об стены, ударяться обо все, как-то там. Ну, то есть, не нравится мне такой подход. Закрою ее, эту часть. Ой, кто-то там вообще решил подрифтить в этой подземке, я смотрю, крутится он. И эту часть, наверное, я просто удалю. Я оставлю сохранение на случай, если по онлайну с кем-нибудь покататься будет интересно, может, что-то придумаем. Это да, это еще можно. Но не более. Какие-то там дополнительные задания проходить я ничего не буду. Я с ней поскорее распрощаюсь. Карбон НФС меня намного больше зацепил и впечатлил. Во-первых, автопарк там куда круче, если учитывать и задания интересные, с помощью которых можно открывать несколько машин хороших и т.д. и т.д. и т.д. Ого, вот это финиш злой. Не, ну маленькая инерция, куда он поехал? Так, все, эта гонка, я буду после каждой гонки записываться, чтобы у меня не было вот такого вылета. Так, я смотрю, уже почти 7 минут, и может быть, то дело действительно в вехах просто, и все. 8. Угу. Ну, что, вот этот попробовать. Поехали. Опять же тут Volkswagen присутствует. Да, интересно, как он там проехал на Мазде. Офигеть. Ну это, наверное, по какому-то скрипту он ехал, все. А что если тоже поехать по этой стороне, а? Ага. А он как раз. А, и он тоже туда же. Ну да, ну да. Самые уебищные драк состязания, я имею в виду. Не-не-не-не. Он прошел. Ну тут надо подстраиваться под этот. Под эту фуру. Еще раз пробую, наверное. Если нет, все. До свидания. Все они, я смотрю, едут, никто не разбился пока что. Вот что сейчас делать, а? Не видно нифига ни машины, ничего. Здесь вот так лучше сделать. Отлично. Ну как в воду, как в воду глядел. Ну Мустанг еще ладно, да, и Маздочка, но Вольф, ребят, ой, не знаю, на нем только за пирожками ездить. Так, ладно. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 11 километров. Километров. 9,2. Ну, по порядку, раз начали снизу. Вот так сейчас и чик-чик-чик. Пойдем. Я сохранился, каждую гонку надо сохраняться. Очень опасно. Так, RX-7. Мустанг, я и... Ой, что я делал? Надо было с хорошим стартом пойти. Что я еду? А, радар я еду. Все, я устал. На работе.
Так, что это у тебя так под асфальт, ледяной, Миранда, вот это у них ники. Просто жесть какая-то. Что, как, кто придумал вообще этот бред? Или я думаю все-таки, что это наши перевели так криво. Ну вот, зашел нормально как человек, все. Офигеть, а какие они быстро, а? На повороте, ну да, ну да. Пришлось сделать так, чтобы не потерять там скорости много. Я первый, очень хорошо. Причем разрыв где-то километров 70-80, ну больше. Ну вообще прям повороты помню. Ой, рано за ягу. Так. Ну, Mazda уже стала жать, как бы, тут. Я не думаю, что будет какая-то серьезная конкуренция по магистрали на разгоне. О, неужели там кто-то из них цепанулся? Ну, догоняет вот эта вот Миранда все же. Очень хорошо. Очень хорошо. Сохраняемся. Дальше проходим радары. Да, похоже, вехи сделаю я сам. Уже не на записи. Ты уходишь, да? Давай. Да я брат. Так, что? Офигеть. Вот ублюдок, а. Не, ну как так? Он просто в меня зашел. Просто тупо ударился в стенку. Я знаю, откуда в этом. В NFS-е, в World-е. Вы видели? Просто удар об стенку тупо. И все. И дальше едет. Вот мрази вообще конченые. Уебищные разработчики. Как они вообще могли додуматься до такого, чтобы боты вот так ездили? Ладно бы, блядь, я не знаю. Сейчас это на это смотреть, это просто мерзко. Ну, еще и копов пытаются повесить. Ну, если повесят, не устану я от них сматываться. Третий уровень разыскиваемости. Так, благо, вот эти вот радарчики. Не так, угол не тот, и все. На магистраль выходят, и тут разгоняться можно очень хорошо. Не, рано. Так, в обратном направлении. Я не люблю это направление обратное. Ну, правда, срулили сейчас сюда. Странно, правда, что там коп был первого уровня. Ой-ой-ой, видите, разница? 2 километра. Офигеть. А, о, что там? Поворот столов. Копов нет, отлично. Сохраняемся.
Еще раз подсчет сделаем. Сколько пройдено? Пройдено 4. Еще 4 надо. 1, 2, 3 и 4. Ну да, все. Как бы ништяк. Едем спринт. И уже потом на расслабоне докатаю эти гонки. Сейчас посмотрю по времени. Думаю, все успею. Я это проделать. Опять, смотрите, какие сумасшедшие сволочи против нас. Офигеть, и меня еще в самый конец поставили, в один ряд с тем дебилом. Чуть-чуть под это доводку сделать ей, что-то смотрю, она угол поворота у нее как-то то нормально, то нет. А, ну, уже 5-й уровень. Просто сам по себе он сделался. Я не знаю, в чем дело. Я не знаю, что это за читерство от компьютера. Я не знаю, с чем это связано. На Лансере, да, у меня была пятерочка. А тут как он стал таким? Посмотрите, сколько их, сколько этих машин. Они сейчас мне испортят всю гонку. 100%. Так. Это она поднимала обороты, раз переключила, она потеряла мощность. Надо же. Не, это нулевая машина для копов, это просто вообще что-то неестественное. Просто покататься нормально, ну там в онлайне, например. Так, ну это-то хорошо, неплохо, 300 метров минимальный разрыв был там. Ну и где сейчас я их тут скину, такую брагу, если сейчас они меня поймают. Гонка, по идее, наверное, не засчитается, придется ее переезжать. Она едва не перевернулась. А копы, все, которые там за мной ехали, тоже там же подлетели, приземлились, и нормально все с ними. Не, ну я не знаю, что делать. Может, специально, чтобы они меня поймали, остановить машинку. И все, так дальше не, это, не дело, в общем. После каждой гонки вот такие вот погони будут. Еще сколько времени потрачу. Сейчас, пока от них оторвусь, я не сделаю вот этот план, который я запланировал сейчас вот по ходу пьесы.
Странно, как-то они заблокировали эту дорогу. Да, не знаю, как от них оторваться. Какую-то еще премию завершил, но надо же. Все так. А, ну, конечно. Он просто появился за мной, и все. Так, по-моему, там дядюшка Кросс, нет? Ну, пускай едет. Ой, как? Как он так быстро развернулся на этом корвете? На стадионе коп был. Я вот смотрю, смотрю, куда мне спрятаться от них подальше. Там вертолет, а если сюда. Или поехать прямо. Да ладно, уже можно достоять, я смотрю, полоска. Ну так. Так, и так с неба не видно, нифига будет. Что здесь под вот этим вот? Да, ничего не успею. Смотрю я на таймер. 4 минуты лишние, считаю, потратил. На этих сраных копов. Они еще и 5 уровня. Я просто вообще в шоке, как так получилось. Не знаю. Не знаю. Ох, премии сколько дали. Хватит еще, наверное, и на рейзера. Но не об этом речь. Сохраняемся и едем дальше. Как вот мне вот сделать? Я ж, по-моему, помню, есть такая штука, как за деньги или за какую-то тему скидывать вот эти вот уровень преследования скидывать. Вроде можно. Три гонки. Ну, три вот этих. Посмотрим, что там. Какие тут 15, 21, максимум, минимум, вот это вот, вероятность копа, так и написано, максимум. Фуй, блядь, 25 минут, я, наверное, вот эту одну проеду и хватит. Хочу отдохнуть, что-то я уже это, наигрался, скажем так.
Полетели, ребятки, полетели. Ой, красиво. Ой-ой-ой. А я еще раз, не даже врезался. Но надо же. Я слышал, есть мод какой-то. Да твою мать, иди нахер, дебил, блядь. Мод какой-то есть, который позволяет, в общем, ну, покупать, по-моему, вот эти вот машины. Трафик, в общем, весь. Пожарные машины там. Вот эти вот такси какие-то там. Что там еще, пикап. И на них, в принципе, гонять. Но я не знаю, насколько это бредовая, конечно, штука. Только если что, наверное, в онлайне, разве что, пообрываться чисто на трафик и погонять. Твою мать, я засмотрелся и все. Если в карбоне дрэк есть, это интересно, только не хочу я до этого докапываться. Может быть, он и был где-то. Но в игре-то его по факту нету. Вернее, по сути. Может, он там где-то и есть в файлах как-то. Но это можно и... Я не понимаю, почему в этой части нету ни одного Nissan. Какого хера моя любимая марки тут нет? Зато разработчики услышали этих фанатов и запихали ниссанчики в карбон. Отличные машины. Ну, там, конечно же, 350Z, 240, 34 Skyline. Ну, стандартный набор, скажем так, Ниссанов, хотя я бы, естественно, и добавил 300ZX. Очень хорошая есть версия, там у него 280 лошадей, база уже, по-моему, вообще штука. Ой, что-то вильнуло, оно прям так неприятно, ну ладно. Все это фигня, да, как раз сейчас доеду, смотрю, 29 минут, и будет уже серия чистая. Пятый уровень, офигеть. Так, ладно, все, спасибо за просмотр. Увидимся в следующей серии. Я попробую с копами что-нибудь сделать. Я все равно так или иначе потом запишу и скажу, как оно получилось. Потому что вылеты вот эти вот мне никак не нравятся. Ну все, всем пока.